Дубайский муниципалитет открыл для ночного купания 3 общественных пляжа, в том числе в районе Джумейра-2, Джумейра-3. На 800-метровых пляжах установлены системы освещения, благодаря которым на них можно находиться круглосуточно. Кроме того, пляжи оборудованы специальными светодиодными табло, на которых можно ознакомиться с правилами безопасного ночного купания. В ночное время суток на пляжах будут дежурить спасатели, чтобы обеспечить безопасность купающихся. Как считают ведомства, туристы не всегда успевают на пляж днем, поэтому нужно предоставить им возможность искупаться ночью. Как жаль, что ночных пляжей не было в то время, когда мы отдыхали в Дубае.